Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается абьюзера. Вопрос касается, значит, отношений как бы с абьюзером. Вот. И человек говорит о том, что жила с ним, после того, как он не задушил, разорвал отношения, неделю молчал, теперь преследует. Звонит, на лестнице под дверью сидит, может, минут 20. Звонит звонок, и так несколько заходов, это еще долго будет продолжаться, спрашивает. Автор вопроса. Как, значит, себя в этой ситуации вести. Вот. Это то, что спрашивает автор вопрос. Здесь, наверное, первое, с чего нужно начать, да, это того, из какого чувства вы спрашиваете об этом. Вот. То есть из какого чувства вы спрашиваете, как вот вам себя вести. То есть, вы не знаете, как себя вести. Вы затрудняете себя, условно говоря, да, вот как-то вести. То есть у вас есть какие-то затруднения с этим. Вы испытываете, значит, какие-то чувства. Например, опять же, к этому человеку и так далее. То есть это вот, на мой взгляд, то, на что вам нужно обратить свое внимание сейчас. То есть из какого чувства вы спрашиваете об этом? Не в том смысле, что вы не должны, там, допустим, это спрашивать, не в том смысле, что вы не должны в этом смысле этими вопросами интересоваться. Вот. Ни в коем случае. А скорее это здесь вот важный момент заключается в том, что, я думаю, вы, я думаю, что вы сами, например, как-то понимаете, что у вас может быть ответ на этот вопрос. То есть я думаю, что вы сами понимаете, что он только вы решаете, например,
как реагировать, да, и только вы решаете, ну, как отвечать на такие действия со стороны человека, да, и так далее. То есть я думаю, что вполне вы это понимаете. Вот, ну если, ну, так вот, вышло, да, если так получилось, что вы не знаете, как реагировать на действия человека, то, соответственно, скорее всего, речь идет о определенном вашем состоянии. Вот. Понимаете, да? То есть это определенное ваше состояние. И вот, как мне кажется, вам нужно постараться для начала себе ответить на этот вопрос. Вот, что это за ну, состояние такое, то что оно из себя представляет, это состояние, что вы чувствуете. Вот. Чувствуете ли вы там, ну, негатив какой-то, да, к человеку? Чувствуете ли вы наоборот потребность, значит, ну, потребность в том, чтобы вот, значит, ну, как-то проявиться, да, по отношению к человеку. И так далее. То есть вот этот момент, он такой достаточно серьезный, как мне кажется. И вот соответственно, на мой взгляд, вам нужно сначала определиться с этим состоянием своим. Вот. А потом уже, когда и если вы определитесь с этим состоянием, вот, уже будет немножечко более понятно, как конкретно, да, вы хотели бы реагировать. Как конкретно вы хотели бы реагировать на действия мужчины. Вот, но 100%
100%. Сначала нужно вам для вот себя определиться с этим. То есть сначала нужно определиться с тем, что это состояние. Вот. Дальше. Следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Вы уже как-то реагируете. То есть вот этот момент очень важен, что вы уже как-то реагируете на, ну вот, на действия этого человека. И, соответственно, есть основания полагать, что вы игнорируете свою реакцию. Вот. Ну, по какой-то причине. Вот. Значит, наша задача заключается в том, чтобы понять, где и как вы блокируете свою реакцию и почему вы это делаете. Вот, то есть, что вас мотивирует ее блокировать. Возможно, здесь есть некоторый внутренний конфликт. Вот. Возможно, здесь есть некоторое противоречие, вот, с которым тоже нужно разобраться. Вот. Чтобы вам было, ну, как-то вот для себя понятнее, чтобы вам было для себя, ну, очевиднее, вот. То, что вы хотите, то есть, ну, как вы хотите реагировать. Вот. И дальше уже в этом направлении двигаться. То есть мне кажется, что задача психолога заключается в том, чтобы помочь вам определиться со своей реакцией, вот, определиться с ней,
и максимально ее выразить с учетом ну, ясности ее для вас. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на вопрос. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.